Добрый день, участники, зрители, судьи. Это у нас чемпионат первенства города по восточно-боевому единоборству «Кабудо». И этот чемпионат по городу проходит впервые. В прошлом году мы проводили областные соревнования, сейчас у нас уже городские соревнования. По виду спорта «Кабудо» — это молодой вид спорта в России, существует 8 лет. Восточно-боевое единоборство, дисциплина «Кабудо» существует 8 лет. В нашей Кировской области этот спорт второй год. В 2015 году была зарегистрирована федерация. В 2015 году спорт был аккредитован как вид спорта. Сейчас мы уже активно развиваемся и продолжаем набирать обороты. И в связи с этим у меня есть торжественное объявление. Но прежде чем начать дальше работать, я попрошу всех встать и отметить открытие соревнований гимном России. Всем встать! На этих соревнованиях присутствует представитель наших партнеров Межрегионального военно-патриотического объединения «Полигон», подполковник в отставке, командир особого отряда специального назначения «Гранит», второго главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Байгельдинов Адвар Фаридович. Слово представляется ему. Добрый день. Я от лица нашей организации поздравляю вас с открытием вашего турнира. И как человек, который 20 лет служил в вооруженных силах, рад видеть большое количество молодых людей, занимающихся боевыми искусствами. Ибо существует принцип, что человек, который умеет защитить себя, при необходимости всегда защитит свою родину. Я еще раз вас поздравляю с открытием турнира. И у нас начинается турнир с награждений. По результатам прошлого года у нас есть уже лучшие борцы прошлого года. Звание завоевывается в течение всего года. Боец стабильно. Если боец достоин его звания, значит он стабильно в течение года выступает, занимает первые призовые места в соревнованиях региональных и межрегиональных. И даже есть у нас призер международного турнира 2016 года. Итак, лучший боец года – Удинцев Никита. Удинцев Никита. Медали уже были вручены бойцам участвуют в программе. Значит, этому бойцу недавно исполнилось 6 лет. Это самый юный, лучший боец года. И все уже не могут. Когда он был лучшим, он не мог было 6 лет. Так, следующий боец. Полосы Алексей. Второй призер международного турнира.
области Алтайского края. И у нас лучший боец года мужчина. Дедов Михаил Алексеевич. Также разрешите от имени Федерации Кировской областной федерации подготовиться. Я лично поздравил наших тренеров, судей, вручить им благодарственные письма за долгосрочное сотрудничество, активное участие, большой личный вклад в развитие восточного дорожного образца КПДО. Ну, не секрет, что все, кто к этому хоть как-то причастны, они знают, что это, ну, достаточно нелегкий путь. То есть это очень много времени люди посвящают этому занятию, иногда даже жертвуют своими какими-то личными делами, многими другими вещами. Итак, благодарственное письмо Кемеровской областной федерации КПДО вручается Ёжину Вадиму Андреевичу. Вадим Андреевич возглавляется председателем Кемеровской федерации КПДО. Клементьев Максим Петрович. Шарм наш.